уроками займись. Хорошо, мам, сейчас займусь. Может, ты со мной немного поиграешь? Уроки сделаешь, потом, может быть, поиграю. Ты сегодня собираешься делать уроки или так и будешь в игры играть? Все, мам, сейчас займусь уроками. Только собрать за собой не забудь. Надоели эти уроки, даже поиграть времени не остается. Всего 2 выходных и 5 учебных дней, было бы все наоборот. Как я давно его не ела. Так, какой бы открыть? Ну, пожалуй, оставлю это для школы, а это сейчас съем. Какой же он вкусный! По математике, как всегда, больше всего задали. Потом ее сделаю. Все, один урок сделала. Тома, начала уроки делать? Начала. По математике, как всегда, 100 номеров задали. Ну ладно, если помощь нужна, зови. Все, еще один готов. Ну что, Том, все получается? Получается. Осталось только математика и литература. Хорошо. Ты, кстати, вот этот рюкзак мне освободи, я его постираю. А в школу пойди с этим, ладно? Ладно. Фух, наконец-то эту математику доделала. Полдня на нее потратила. Осталось литературу почитать. Так... 60 страниц? Я вообще когда-нибудь лягу спать или нет? Пойду в зале почитаю. Какой рюкзак мне надо было постирать? Этот или этот? По-моему, этот. Надо помыть. Только не это. Это же Томина домашняя работа. Главное, чтобы она сейчас сюда не зашла.
Так, ну ничего, ничего, сейчас феном посушим, и все будет нормально. Я сейчас не могу, я купаюсь. Ничего не получается, еще и обложка оторвалась. Пойду на батарею положу. Пойду посмотрю, пока что там Тома делает. Может, получится ее отвлечь. Тома, а что ты делаешь? Литературу читаю. Да? А тебе много задали? 60 страниц. Это хорошо. А сколько еще осталось? Ну, я примерно 10 только прочитала. А, ну это хорошо. Ты внимательно, главное, читай, не спеша. Так, ну что тут наша тетрадочка? Она совсем не высохла. Что же делать? Так. Надо в духовку ее положить, точно. Надеюсь, сработает. Пока пойду посмотрю, сколько Томе осталось читать. Тома, ну что, сколько тебе еще осталось читать? Ну, уже страниц 20 осталось. Да? А что ты так быстро читаешь? Ты же ничего не запомнишь. Да я просто очень спать хочу. Завтра же рано вставать в школу. Вообще-то да, но ты все равно внимательно читай, не спеши. Ничего же не запомнишь. Странная мама. Так, подождем еще чуть-чуть. А что за запах? Там случайно тетрадь не сгорела? Фух, все нормально. Тетрадь не сгорела. Но, по-моему, и не высохла тоже. Что же делать? Мам, я дочитала! А! Что же так быстро? Пойду наконец-таки спать. Какой спать? Время детское. Сейчас твой любимый сериал начнется. А ну садись, смотри. Мам, ты чего? Ты же мне не разрешаешь смотреть его в такое время. Один раз можно. Сиди и смотри. То в 9 вечера заставляет спать ложиться, а теперь говорит сериал, смотри. Так, пока Тома смотрит телевизор, у меня появилась еще одна идея. Надеюсь, она все-таки высохнет. А я пойду пока чай попью. А, не могу больше. Иду чистить зубы и спать.
что ты спишь? Я только что видела, ты чай там пила. Том, а что ты так расшумелась? Может, объяснишь, как так могло получиться? Просто я случайно перепутала рюкзаки. Мама, я 2 часа домашку по математике делала. Что мне теперь делать? Ну, может, завтра просто в школу не пойдешь? Мама, ты что говоришь? Как можно школу пропускать без причины? Да ладно тебе, один разок пропустишь. Хорошо, мама, один разок и только ради тебя. Договорились? Договорились. А так в школу хотела пойти.